В ГИБДД Сургутского района подвели итоги деятельности за 9 месяцев. В инспекции отмечают существенное снижение показателей аварийности и тяжести последствий в столкновениях. Так, с начала января по конец сентября произошло 118 ДТП, в которых 178 человек получили травмы и 13 погибли, что в 4 раза меньше предыдущего периода в 2017-м. За это время было уже 50 погибших. Падение аварийности зафиксировано и с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Небольшой рост заметен лишь по показателю аварий с участием юридического транспорта. Также остается актуальная тема – это управление водителями в состоянии опьянения и допущенные ими ДТП. В этом году у нас допущено 4 дорожных транспортных происшествия, где у нас 8 человек пострадало. В прошлом году было 12 ДТП, в которых 12 человек погибло, 11 пострадало. Также зарегистрировано у нас 12 ДТП в этом году с участием водителя в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского свидетельствования